Бобби Ли работает в индустрии кино и развлечений уже 20 лет. Он известен как режиссер документального фильма про голод в Украине 1932-1933 годов. Он также организовывал турне таких групп, как Aerosmith, Kiss и Guns N' Roses. Недавно Бобби Ли посетил представление труппы «Шинь-Юнь» в лос-анджелесском павильоне Дороти Чендлер. Я просто сидел с открытым ртом на протяжении почти всего концерта. Он великолепен. Я даже наклонился вперед, чтобы быть поближе к сцене. Просто отличный концерт. Я в восторге от всего. Потрясающе. Вместе с Бобби на концерт пришла Марта Томкев, продюсер документального фильма о голоде в Украине. Это очень важный концерт, потому что в нем заложен смысл. Он состоит не только из красивых танцев, костюмов и хореографии. Он передает очень важное содержание. Концерт феноменальный. Я его очень-очень всем рекомендую. Его надо увидеть обязательно. Ли и Томкев говорят, что посоветуют своим друзьям посетить концерт «Шинь-Юнь» в Сан-Диего. Выступление там состоится на этой неделе. NTD, Лос-Анджелес, США.